Ханты-Мансийск на месяц остался без неба. Так называется один из крупнейших торговых центров окружной столицы. Его закрыли приставы по решению суда из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Еще в прошлом году специальная комиссия выявила здесь нарушения. Например, подходы к гидрантам и эвакуационные выходы были захламлены. То есть в случае ЧП специалисты бы потратили слишком много времени на эвакуацию посетителей. На предписание устранить все нарушения руководство центра не отреагировало. Суд обязал привести торговый центр в порядок. Напомню, поводом для массовой проверки югорских магазинов весной прошлого года стала трагедия, которая произошла в Кемерове. Тогда при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек.